У нас много талантливых людей, и Вероника одна из этих звездочек. Здравствуйте, я Вероника Алексеева, художник-дизайнер Торжовский Золотошвей. Рада участвовать в проекте «Тверь Тим». Как говорят, сначала ты ищешь путь, а потом путь находит тебя. Вот, наверное, так и случилось, что я сначала как в роли ученика долго очень была. В профессии, да, я считаю, что я состоялась, я успешный человек. Хотя совершенству нет предела еще расти и расти. Просто на данном этапе достигла какого-то определенного уровня, точки, от которой можно дальше стартовать. Моя работа как образ жизни. То есть я и дома этим же продолжаю заниматься. Если на работе я только рисую, создаю как бы эскизы, там, то дома я сама еще и вышиваю. Коллективный труд, он присутствует практически на каждом изделии. От художника исходит идея, и он ведет свое изделие, как ребенка, от начала до конца. Одну из наших работ президент, наш российский президент, он подарил Папе Римскому. На панно был изображен храм Христа Спасителя. Полностью вручную был сделан, вышивали несколько мастериц. Наше вдохновение – это больше как процесс в работе. Вот что-то ты одно сделал, и пошло-пошло дальше на базе этого. Ты начинаешь развивать и куда-то там поворачивать. Вдохновение – это сложно. Конечно, не зная традиций, ты не сможешь двигаться дальше. Но я в своих работах сейчас, в данный момент, современных, стараюсь миксовать, если можно так сказать, и традиции, и современность, какие-то новые материалы современные применять. Даже в орнаментах стараемся какие-то элементы с тенденциями современной моды. Творчество Вероники – это действительно заслуживает особого внимания. И она работает на фабрике много лет. И, как она сказала, что ее многому научили старые работники. Наверное, надо делать то, что любишь. Не любить то, что делать, а именно делать то, что любишь.